С вами по-прежнему Дэн Стар. И это третий урок. Я вам покажу, как сделать разноцветный счет. Вот этот вот. Когда вы играете в игру, и у вас отображается счет. Но он, если вы играете стандартный, да, желтый, а хотите, чтобы ваши цифры были цветными, это можно сделать, да, таким способом. Заходим мы в FPG Edit. Вот с помощью этого все делается. Все, что надо, все делается там. Так, открыть. И находим, короче, папку такую, дата. Она находится Streets of Rage 5.1, потом дата. И вот этот вот файл открываем, fpg edit. И находим эти цифры, вот эти вот верхние, и их нужно скопировать в определенную папку. Но я советую вам создать папку, которая будет называться, к примеру, триста десять. Ну, к примеру, так, да? Так, 310. Теперь находим эту папку в этой программе. Вот. Нашли, да? Теперь вот эти все цифры выделяем и перетаскиваем сюда. Так, BMP экспортируем, обновляем и видим, что цифры появились, да? Теперь еще кое-что, чтобы вам не сбиться, создать папку с именем измененные. Вот. В эту папку вы будете, как я сказать, переносить перекрашенные цифры. Да. Для этого открываю Point.net. Вот это вот не открыт, готов. Так, я, пожалуй, так, сейчас выделю все цифры. И перетаскиваю эти цифры сюда. Открываю. Подождем. Итак, вроде все загрузилось, да? Ну, перейдем к этой циферке. Жмем мы Ctrl плюс. Ctrl плюс зажатая. То есть Ctrl дожатая и плюс это увеличить. Короче, теперь что нам предстоит делать? Берем карандаш, выбираем желаемый вам цвет,
Давайте такой возьмем и закрашиваем таким вот способом. И так делаются все циферки. Далее, после того, как вы закрасили одну циферку, жмете «Сохранить как». Идете в «Измененные», сохраняете в «БМП». Вот как тут. Сохранить. Ну так со всеми цифрами. 8. Так. 9. И так далее. Сейчас мы это сделаем по-быстрому. Итак, я закончил покраску всех цифр, какие доступны были. Теперь напросто их это применить в уровне, то есть в игре, то есть 300 и 310, вот эти все удаляем. Потому что у нас два нулика. Вот и приходится, как его, да что такое-то? Вот. Теперь ставим тут 300. И выделяем вот эти верхние циферки. Не путаем ничего. После этого переносим сюда и убеждаемся, что 300 у нас вот эта цифра и 310 тоже нулик. Ни в коем случае не путайтесь к этим цифрам, а то некорректно будет отображаться у вас циферки. Да-да. Теперь переходим к следующему делу. ФПГ. Сохранить как. Ватерера. Перезаписываем. Принимаем. И проверяем. Уберу я тут босса, чтобы подольше помочить. И проверяем.
хорошая работа от на ура. Суперки. Прекрашенная работа хорошо. А то если вдруг я так перепутаетесь, то у вас не пойдет корректно. Не буду говорить суперки делать. Так что вот таким способом делается разноцветный счет. Да. А если вы хотите посмотреть так его. Давайте, короче, до конца дойдем. Без комментариев. Мы видим, что тут уже анимируется разноцветными циферками. Это хорошо. Вот. Наверное, вам понравился этот видеоурок, да? Теперь вы сами можете придумать, какие у вас будут циферки в моде. Будете самыми стильными. Да. Так что спасибо на этом. Я заканчиваю свой видео урок третий. Всем пока.